считаю, что сейчас вообще на подъеме развитие страны, развитие флота, это освоение новых проектов, новых поколений подводных лодок, кораблей, летательных аппаратов. И активное строительство флота, реализация программы кораблестроения, которая рассчитана до 2050 года, это серьезный такой аргумент, который дает основание считать, что мы на правильном пути, мы развиваемся планово и довольно энергично.